Морозы, солнце, день чудесный. Да, Сашка? Да. Ну, идем. Идем, Сашка. Минус 12 у нас сегодня. Нам нужно ехать в Берлин. Зима пришла с морозом. Фанкшлёйзе. Остановка фабрики Тесла. Здесь идет строительство железнодорожной станции для Тесла. Сейчас как бы проедем эту пассажирскую и будем проезжать строительство. Я хотел снять, как оно тут продвигается. Это парковка, все работники Тесла. Точнее, не работники Теслы, это те, кто приезжают и едут на поезде дальше, поставляют свои машины. Долго поезд не стоит. Большая бесплатная парковка. Тут повырубали, тут видно свежие вон, спилы больших деревьев, старых очень. Попиляли очень много. Здесь повыпиливали очень много леса старого. И вот сюда собираются железную дорогу, наверное, затягивать. Точнее, ее уже пустили. К фабрике ветка пошла. Строят ее. Вот. Видно, за заборчиком, за маленьким, идет железная дорога, рельс. Это на Теслу пошла уже линия. Это Тесла. Расширяется все время. Большая кехлага. Дымит все. Илона Маска. Вон там автобан виден. Да. У магнитик. Да, машины едут. Очень много вырубили леса для Тесла. Остался тут совсем кусочек маленький. Следующая остановка. Замерзли фикусы эти или что это, магнолии, хотя может и нет, может и переживут морозы, посмотрим. Вечно зеленые деревья, сегодня минус 12, так они опустили листики все. О. Куриный бог большой. Куриный
Каменный бог. Камень весь продырявленный дырками. Куриный бог, идем. Куриный бог, да. Розовый сад закрыт, смотри. А тогда был открыт. Тогда была дверь открыта там. Мостики. Молодежь я отдыхает. А, там открыто, слушай. Пошли. Нет. Там открытый розовый сад. Идем посмотрим на розы зимой. Я тебе дам там поесть. Берлинские цветы. Розы по 1,5 евро. От евро 30. Розы. 5 евро букет стоит. Круговое движение. Тут можно постоять и поснимать на телефон, как тут люди бегают, да? Такие наши поезда. Сверху. Погнали. Вон приехал поезд на Францию. Папа, а если человека не будет в поезде? Человека в поезде не будет? Да, а он будет. Который рулит? Да. Который рулит? Да, его не будет. Кобудик. Интересно. Сюрфрэн. А я могу. И не будет.